А сейчас перенесемся в южную столицу. Пятый день универсиады оказался урожайным на награды в копилку нашей сборной. Сегодня добавилось еще 7 медалей, 4 из них высшие пробы. Моя коллега Полина Чечичина находится у сцены Медал Плаза на площади Дворца Республики в Алматы. Там сейчас проходит церемония награждения победителей. Полина, расскажите, кто из казахстанцев сегодня на пьедестале? Добрый вечер, Арстан. На площади Медал Плаза в Алматы проходит церемония награждения победителей. Чествуют здесь и алматинских спортсменов, ведь сегодня для них особенно успешный и продуктивный день. Золото в спринте завоевала биатлонистка Галина Вишневская. Бронзу в этой же дисциплине получил Роман Еремин. А другой всего же в биатлоне у Казахстана 4 награды. На верхнюю ступеньку пьедестала поднялась и наша команда по лыжному фристайлу. В Могуле среди женщин лучшей стала наша неподражаемая Юлия Галышева. Среди мужчин в финале дисциплины не было равных Дмитрию Рейхерду. Ну а другой казахстанский могулист Павел Колмаков завоевал бронзовую награду игр. Под занавес дня в четверг в копилку сборной добавилось еще 2 медали в дисциплине лыжные гонки. Иван Люфт порадовал болельщиков золотом, а Настоян – бронзовой медалью. Таким образом, в общем зачете универсиады Казахстан заработал 15 медалей, 6 из них золотые. Наша страна находится на второй строчке в медальном зачете. Первую занимает Россия, на третьей расположилась Япония. С нетерпением ожидаем, какие еще сюрпризы преподнесет нам универсиада. Ну а к этому часу у меня все. Арстан, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Полина. Я напомню, из Алматы о результатах пятого дня универсиады нам передает наш корреспондент Полина Чечичина.